МИД Российской Федерации опроверг утверждение бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хугланда о том, что даже если армянская и азербайджанская стороны согласятся с идеями министра иностранных дел Сергея Лаврова по карабахскому урегулированию, то все равно российская сторона не пойдет на их реализацию. Абсолютно не соответствует. Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами конфликта. Об этом неоднократно говорил президент Российской Федерации. Данная позиция является определяющей в работе российского сопредседательства. Как передает канал 13 со ссылкой на сайт российского МИД, об этом заявила глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Хочу подчеркнуть, что пакет предложений по урегулированию, помимо декларации руководителей Азербайджана и Армении, включал также совместное заявление России, США и Франции в ее поддержку. Два этих документа плюс резолюция Совета Безопасности ООН, утверждающая пакет предложений по карабахскому урегулированию, составляли суть российских предложений того времени, о которых были детально осведомлены другие страны-сопредседатели. США и Франция, которые они полностью поддерживали, добавила Захарова.